У студентов Мордовского университета появилась уникальная возможность реализовать свои творческие и бизнес-идеи, стать успешным и обеспечить свой личностный рост. Во всем этом им поможет школа бизнеса, торжественно открывшаяся в МГУ имени Огарева. Проект является новым как для вуза, так и для Республики Мордовия. Развитие России, современной России, конкурентоспособной России, сильной России, цивилизованной России, которая должна выйти из категории развивающихся стран и войти в число развитых стран, без развития малого, среднего бизнеса, без активного творческого, созидательного труда молодых людей, вовлекаемых со студенческой скопи, это невозможно. Любой бизнес должен строиться на диалоге предпринимателей и представителей власти, которые играют важное значение для развития бизнеса. В республике действительно очень много делается для того, чтобы вовлечь молодежь в именно вот в эту сферу, да, в сферу именно инновационного предпринимательства. Я очень вам желаю стать именно теми первыми, что называется, да, теми первопроходцами, которые вот через этот механизм добились своего успеха в бизнесе, в жизни и, собственно, решили все поставленные цели, которые вы перед собой задумываете. Школа бизнеса будет включать образовательные блоки по различным направлениям, тренинговые программы, деловые игры и круглые столы. Слушатели школы смогут получить консультации от успешных бизнес-экспертов. Сама идея создания и запуска проекта «Школа бизнеса» Мордовского государственного университета возникла, пожалуй, давно. И возникла она в связи с тем, что есть потребность у студенческой аудитории вот такого живого формата общения с успешными предпринимателями, живых интерактивных методов работы со студентами в области развития их бизнес-навыков и бизнес-компетенций. Наша задача в том числе научить студентов быть смелыми, научить студентов быть грамотными, но при этом, опять же, базироваться на тех базовых ценностях и академических знаниях, которые дает им вуз. Но что касается результатов, которые мы видим в качестве основных по итогам школы бизнеса, это действительно обретение студентами уверенности в своем будущем, уверенности в успешности своего бизнеса, своих идей. На открытии присутствовали партнеры вуза в рамках реализации школы. Исполнительный директор Международной ассоциации корпоративного образования убедила всех в необходимости предпринимательских навыков и знаний основ бизнеса во многих других сферах. Я хочу также призвать абсолютно всех студентов, кто неравнодушен к своей собственной судьбе, а я надеюсь, что таких мало или минимум, действительно попробовать пройти эту школу бизнеса. Это также будет понимание о том, что такое управление, лидерство, что такое ответственное лидерство и как организовать свою жизнь, свою судьбу оптимальным образом. Также состоялся первый открытый тренинг, который провел председатель Совета общественной организации Владимирский торговый союз, бизнес-тренер Евгений Белых. Организаторы школы уверены, что она позволит открыть новую страницу в предпринимательском инновационном развитии Мордовии.